Будущий ученый Фридрих Цандер родился в семье балтийских немцев. Его отец Артур Константинович был врачом. Он с детства прививал сыну интерес к науке и технике. Мама умерла рано его, а отец был не только доктором медицины, но и естествоиспытателем. Много занимался своими детьми, рассказывал им очень много о других планетах, о звездах, о том, что вполне возможно, что на других планетах живут разумные существа. И вот Фридрих Артурович уже с детских лет заразился этой мечтой. Его очень заинтересовала эта проблема существования разумных существ на других планетах. В 1898 году Фридрих зачислен в первый класс Рижского городского реального училища, где проучился 7 лет, став одним из лучших учеников. В выпускном классе прочитал работу Константина Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами», и она его так захватила, что он решил посвятить свою жизнь проблеме межпланетных полетов. В 1905 году поступил в Рижский политехнический институт на механическое отделение. Интересная была специальность инженера, и востребованная, и очень так имела вес достаточный. Вот, и давала хорошее фундаментальное образование. Ну, и я так думаю, что когда он пошел учиться в это учебное заведение, просто чтобы обогатить себя и найти путь, которым можно идти к реализации вот своей мечты юношеской, создать ракетный самолет, который мог бы лететь на другую планету. В 1908-м Фридрих Артурович организовал Рижское студенческое общество воздухоплавания и техники полета. Тогда же опубликовал свою первую работу о межпланетных путешествиях, где предложил идею космических оранжерей, чтобы человек мог себя обеспечивать едой во время длительного перелета. А через 3 года Цандер представил проект лунного лифта. Есть такая точка между Землей и Луной, где протяжение Земли в точности равно протяжению Луны. Если в эту точку поместить какую-то станцию, а с этой станции опустить на Луну трос, то по этому тросу можно было бы подниматься на станцию. Но, к сожалению, расчеты Цандера показали, что лучшая сталь, которая была в те времена, по прочности недостаточна. И поэтому он сам сказал, это, конечно, идея хорошая, но она не работоспособна. После окончания института в 1914-м Цандер поступил на завод «Проводник», где изучал производство и свойства резины. Через 5 лет перешел на авиазавод «Мотор». В то время он уже разрабатывал межпланетный корабль-аэроплан. И даже взял в течение целого года отпуск без сохранения содержания. Так он был одержим этой работой. Начальники его одержимость, его такую мечту, уважали его за это. Один написал, что он не видит никаких причин, чтобы отказать. Второй просто согласен. А третий написал с такой некоторой долей иронии хорошей. Написал, что... Вижу острую нужду в сообщениях с планетой Марс. В 1929 году Фридрих Цандер начал работу над первым реактивным двигателем. Однажды Фридрих Артурович шел по цеху завода, увидел в руках рабочего паяльную лампу. А в это время у него уже мысли работали в этом направлении, вот как, с чего начать. А средств не было совершенно, еще финансирования не было. И он, значит, взял эту паяльную лампу у рабочего, покрутил, повертел в руках, говорит, сейчас вот я там еще там прикину, потом тебе верну. И начал, значит, работать с этой паяльной лампой, и потихонечку, значит, создал вот такой опытный реактивный двигатель. И тяга у него была всего 5 граммов. И дальше он целую программу написал, как он этот двигатель будет совершенствовать, как от 5 граммов придет когда-то к 5 килограммов, поставит на велосипед, будет экспериментировать. В общем, на 10 лет вперед. В 1931-м создана группа изучения реактивного движения. Председателем стал Фридрих Цандер. Здесь объединились будущие ведущие конструкторы страны. Одним из них был Королёв.
Темой первой бригады, главной темой, было создание, реализация двигателя ОР-2, предназначавшегося для установки на крылатом ракетном аппарате. И ракеты ГИР-10. Но, кроме того, там занимались металлическим топливом, которое впоследствии тоже нашло применение. Эта команда создала и запустила первую советскую ракету конструкции Михаила Тихонравова. Но Фридрих Цандер старта ракеты не увидел. Напряженная работа сказалась на здоровье конструктора, и его отправили на лечение в Кисловодск. Я не знаю, по какой причине. Был куплен билет не в плацкартный, а в общий вагон, где было очень много народу, одни входили, выходили там на полустанках. Видимо, он заразился. Заразился сыпным тифом. Когда приехал в Кисловодск 6 марта 1933 года, то сначала были все симптомы гриппа обыкновенного. И врачи поставили ему такой диагноз. И вроде подлечили его немножко, он стал чувствовать себя намного лучше. А потом стало здоровье ухудшаться, и все явления сыпного тифа. И спасти не смогли. Фридриха Цандера не стало 28 марта 1933 года. Первый советский инженер, который активно развивал практическую космонавтику. В его трудах рассматривались идеи солнечного паруса, возможность использования силы давления света, энергии движения планет. В современной космонавтике многие идеи используются до сих пор.